там как раз подъездные делают. Замена ограждения, тут будет все тоже. По видам работы скандал. Что у нас? У нас здесь все 9 основных видов работ включены. Значит, фасад, кровля, окна, двери, санузлы, теплые полы, отмостка, инженерка вся. И мы еще считаем дополнительно общестроительные работы. Ну, вот это вот все. Район, ну что это, да? Да. Вот заделка откосов, ремонт полов. Игровые площадки летние. Теневые навесы, да, малые архитектурные формы, благоустройство начинают работать уже. Ограждение мы здесь заменим. Вообще в детском саду в этом я работаю 23 года. Начинала с воспитательной. То есть чуть больше половины, столько, сколько лет этому самому детскому саду, да? Да. И капитального ремонта, естественно, не было. Нет, никогда, нет, да? Нет, текущий ремонт. Что из того, что вы хотели бы сделать, не попадает? Какие виды работы? В данном случае все попадают. Все попадают. Вот мы очень благодарны, что мы вошли в кап ремонт. 54 года, старше, чем мы по возрасту. Да, да, вся улица Космонавтов уже нас знает в лицо всех. Очень важная программа. У нас, на самом деле, в этом году мы делаем 16 детских садов. С прошлым годом мы сделали 3-4. Все детские сады, которые под предписанием были Пожнадзора, Санэпиднадзора, закрыты или требовали ремонта, мы сделали. То есть такие кричащие детские сады, которые вот действительно требовали безотлагательных мер, этим годом будут закрыты. Ну и дальше остается, конечно, у нас еще из 200, которые требуют капитального ремонта, все-таки еще 150. То есть мы даже экватор еще не прошли, поэтому работы предстоит много. Но самые такие болевые точки мы сделали.